Проходи, как говорится, не стесняйся. Чай не в первый раз. Ну что, опять будешь говорить, что не занимался самогоноварением? Самогона чем? Вареньем. Чем-чем, а вареньем точно не занимался. Так, нет, стоп, я про то, что самогон варил. Вы только никому не ляпните это. Самогон варил, водку кипятил, пиво подогревал. Самогон, он и сырой ничего. Да? Нет. Что нет? Не занимался. А чем занимался? А ничем. Сидел дома, телевизор смотрел. Вот ты и попался. У тебя ж телевизора отродясь не было. А я сижу, смотрю, а телевизора нет. Вот так отродясь и смотрю. Хорошо, придется провести очную ставку. Ну, это что? Не, ну, я, конечно, не эксперт, но это бутылка. Значит, признаешь. А что, у нее есть претензии? У кого? У нее. Нет. Это бутылка? Нет. Что нет? Что нет? Ее у твоего Бобика в будке нашли. Вот этот Бобик, а? Опять за старое. В прошлом году в катушке 300 метров кабеля. Как он этими лапками его через забор? А сейчас вот это я ему покажу. Сидеть. Давай по-другому. Вот. Вот. О. Что там? Ой, боюсь ошибиться. О, ты не бойся, не бойся. Тут сложно ошибиться. Ну? Тут экспертиза нужна. Какая экспертиза? Тут самогоном за версту воняет. Одеколон тоже цветами пахнет, а на вкус так. Но это же не одеколон. А кто вам сказал? Точно! Одеколон! Какой одеколон? Ну как какой? Французский? Французский так не воняет. Так ему лет сколько? Сколько? Ну когда у нас тут последний раз французы были? В 812-м? О, тут даже написано. Наполеон! Видать, обронил в спешке. Да. Тут еще написано «Коньяк». О, не может быть. Да, сюда. Вот видите, без экспертизы никак. Да где я тебе сейчас экспертизу делать буду? До райцентра, ну, километров 50, и то через лес. А при чем здесь вы и райцентр? Надо здесь, на месте. И на том, кого не жалко, на мне. Хорошо, уговорил. Давай. Куда? Ну? Ну? Ну, одеколон? Нет. Да я же говорил, что споришь. Сок! Сок! Какой сок? Какой-какой? Березовый. Точно, березовый. У тебя глаза есть? Мутный какой? Ну так он это, с мякотью. Ты что, издеваешься? Что, я самогон не отличу, что ли? Да я тебя за такие шутки! Какие шутки? Какие шутки? Вам просто не в то горло пошло. Вот, смотрите. Куда? Но? И ничего. Ничего, вон аж слезы навернулись.
Ну что? Это слезы радости, что с первого раза не ошибся. Смотри внимательно. Ну вот, уже в то горло пошло. Что-то ничего не понимаю. Ну-ка, дыхни. А ты... Ага. Есть еще идея? На, дуй. Может, не портить? Давай, у меня еще есть, да. Гаишники научили. Значит так, сейчас я отпущу. Угу. Если полетит прямо, прямо, то сок. Сок. Но если... Не... То не сок. Не сок. Ну вот, интересно. А если продолжить эксперимент, в нужное горло пойдет или нет? В нужное, но чтоб пошло в нужное, надо сделать так. А, да. Как там? Я в вечернем лесу пил березовый сок с ненаглядной пивуньей, саду тосковал. Все! И что, все? Кончился сок. Что-то как-то быстро экспертиза закончилась. Слушай, а поехали на место преступления. Там шарик. Бобик. Эти оба 100% еще в будке под крышей, ну, точно 0,5 оставили. Будем брать. Будем брать. Только надо понятые. Так, поехали через ферму. Вчера туда две практикантки новые приехали. Такие понятые, понятые. Закачаешься. Подкрадемся тихо? Или с сиреной? Не, ну за понятыми надо. Громко. Готов? Угу. О-о-о!